Обалдеть, это свинка Пеппа? В этом видео. Ты посмотри на ее лицо. Ужасы свинки Пеппы. Все выключай, я не могу это смотреть больше. У тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал, поставить лайк, иначе к тебе придет свинка Пеппа. Самое страшное видео со свинкой Пеппой прямо сейчас. Погнали. Так, дом Пеппы. Так. Какая-то кукла на столе. Очень знакомый слева фильм. Постеры с фильма ужасов, они стоят. Джордж ушел куда-то. Куда-то Джордж пошел, убегает. Джорджа стрёмного подставили или нет? Или он такой был в мультике? Он вроде такой и был. Или это Джордж, да? Клоуны за мной! Куда делся, черт возьми, Джордж? Говорит Пеппа. Все, Пеппа пошла проверять. Ну что, обоссалась? Я не знаю, что там случилось с Пеппой, но там какая-то лужа под ней была. Это что осталось от Джорджа? Что это такое? Что происходит? Ёпта. Ты испугался? Не, я в самом начале испугался, сейчас. Короче, клоун преследует Пеппу. Джорджа уже он убил, Пеппа убегает из дома. Не, анимация бомбовая, конечно. Анимация просто высшая. Все, Пеппа убегает. Клоун преследует Пеппу. Но Пеппа убегает куда-то вдаль. Нет бы пойти, не знаю, к соседям. Нет, а куда-то ночью убежал в лес. Вот и клоун. Все, минус Пеппа. Получились классные стейки. Свинка Пеппа, маньяк или хоррор-версия? Погнали. Опять тот же дом. Уже темно. В темное время всегда страшно. Так. Ну, сейчас что-то будет. Сейчас 100% что-то будет. Ну, понятно, нет. Ага. Это голова мамы свинки Пеппы. Чего? У нас видос на русском называется. Что ты сказал? Что происходит? Отрезанная голова лежит на столе. Мега динамичный видос. Со сколько здесь просмотров? Посмотри, посмотри. Тут, короче, 224 тысячи просмотров. Понятно, если бы было более динамичное, было бы больше. Там какие-то звуки странные. Надо сейчас громко будет. Да, лучше прислушиваться. Есть непонятные звуки. Я сказал, выключай видос, смотри другой, интересно. Так, вот, наконец-то, свинка Пеппа. Она просто спит, пока... Это просто скриншот из мультика. Она просто спит, пока все мертвы. Ой. Это Джордж, братик. Он в кино-то удивленным лицом стоит, смотрит на нее. Проснулась. Доброе утро! Подъем! Подъем, Пеппа! Пошел нахуй, сука! Пизда! Что происходит? Детский мультик. Опа! С дробовиком. И вот тебе, наверное, громко будет. Иди нахуй, пидор, блядь! Что происходит? Фух! Ооо, обалдеть! Свинка Пеппа убила всех. Понимаете, он дверь загородил открытием. Давай, отползай. Джош, ты чё? Своим телом дверь запер. Подвинь его, Пеппа. Она аж потела. Это не, это слеза. А слеза? Да нет. Что-то какая-то дверь стрёмная. В другую сторону её открывает. Я не помню, как они ведут. Почему я открыть не могу? Он рядом сидит. Хвостик мешает. И что? Из носа кровь течет. А, в другую сторону поворачивает. А, реально, что ли? Здесь реально. А как? У нее рук нет даже. У нее тела нет, но она как-то пытается ползти. Можно водички. Это зомби. Стрельни меня. Хорошо. Бал. Ну, стрельни. Я же сказал стрельни. Очевидно. На! Не понял. Смысл кровяки, вообще пипец.
Ютуб — это не настоящая кровь. Да, Ютуб — это... это кетчуп, это борщ. Это мультик. Что происходит? Что в голове у этого автора, который создавал данный видеоматериал? Ты посмотри, что делает. Смотри, что-то налетит на... Откусит. Ну давай, папа, расправляйся с ним. Мать, а ну иди сюда, говно собачье. А зоришь, ко мне лезь, ты засранец, вонючий мальчик. Фу. Детский мультик. И последнее видео. Вот тут говорят, короче, вот это видео сейчас вообще очень популярно, короче, сейчас на Ютубе, говорят, говорят, очень страшное. Все его смотрят, говорят, пипец, очень, ну и даже на картинку. А там нас не предупреждали, то, что 18+. Вот, а тут нужно предупреждать, сейчас 18+. Прикольно, если здесь мата не будет, а там... Вот, и поэтому, не знаю сейчас, что тут будет, но, говорят, очень страшное это видео, поэтому давайте посмотрим. Сейчас. Я могу считать до 3. Я могу считать до 3. Окей. Поздравляю! Иногда учиться страшно. Слышно, слышно, прислушайся. Но невероятно увлекательно. Сейчас он крикнет. Сегодня я хочу научить тебя считать до 3. Ну-ка давай. Ну-ка давай. Ты готов научиться? Естественно. Ёпся. Сколько лет пытаюсь. Не получается никак? Считаю. Лучше представлять, что поешь из-за бабы. Обалдеть, это свинка Пеппа? Нет, это не... Ты посмотри на ее лицо! Удобно, кстати, хавать. С одной стороны первая, а с другой супчиком заливаешь. А супчик — это первый. А, погоди, это не свинка Пеппа, это ее мать? Или это отец? Кто? Я же мать. Я же мать. Мать вывалилась. Давай начнем с первой песенки. Давай, брат. Это очень страшно. Это... давай. Попробуй повторить за мной. Раз. Быстрее, 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 говори. Яй! Что-то произойдет. Оп, вылезло. Три. Ёпта. Ну, здесь же, кстати, реально улыбаться по всем. А теперь еще раз. У тебя отлично получается. Блять, она папу, походу, тоже схавала уже. Она всех схавала. Два. Батя уже съел. Три. Свежий кабанчик. Замечательно. Высморкайся, брать. Теперь ты можешь уверенно сказать. Я могу считать до 3. Я уже давно забыл суть видоса, а суть надо было научиться считать до 3. Ну что я могу сказать, это было весьма... Сложно. Сложно, но все-таки мы научились считать. 1, 3, бля. Да это легко, 3, ой. Мы также сняли видео для Никиты на его канале, вот сейчас где-то будет видос, где-то тут, переходите и смотрите.